Доброго времени суток, с вами Сергей, и сегодня мы будем делать колпак для печной трубы. Для этого у меня есть вот такой вот уголок. Печная труба у меня стандартная, 6 кирпичей в ряду, по наружнему диаметру это 51 на 51, но уголки у меня вот есть вот такой тонкостенный уголок, но они у меня коротенькие, они у меня до 40 сантиметров. Так что придется, я сейчас буду делать следующим образом. Я вырежу уголок по внутреннему размеру печной трубы и вставлю его внутрь. Потом к этому уголку у меня, я давно собираюсь этот колпак сделать, но одно время пометался, думаю, некогда делать, куплю. Посмотрел здесь цены, во-первых, они здесь стоят под 2000. Посмотрел на качество и какое убожество, то у меня совесть не позволяет спонсировать таких рукоблудных жестянщиков. Буду делать сам. Вот эти вот отводы потом приварю к уголкам и к ним вот так закреплю лист оцинковки. Ну что, давайте приступим. Сейчас вырежем уголки. Ну вот, я только сварил рамку с уголков. Эта рамка будет вставляться внутрь трубы. И вот такие кронштейны, они у меня уже заготовлены, давно-давно сделал. Все, собираюсь сделать колпак. Вот такие кронштейны будут вот так вот приварены, а здесь лист оцинкованный. Проблема у меня следующая. У меня сварка выключается и не включается. Вот мы, по-моему, начали часов в 11, и сейчас посмотрю, сколько времени. Сейчас 18:10, вот только-только сварка включилась. Если кто знает, в чем причина, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хрисанта 190 на ровном месте выключается и не включается. То есть какое-то время может включиться и работать. Пока из розетки не вытащишь, работает. Так, продолжаю варить. Вот такая вот у меня конструкция получается. Вот здесь будет оцинкованный лист прикручен. Вот это внутрь вставится. А сейчас мне надо вот сюда вот приварить 4 прутка. Они будут давать защиту от сдувания ветром. Шестерочка пруток я сейчас вот сюда приварю. И на сегодня на этом закончим работу. Так, у нас уже на дворе сентябрь. И я остался без оператора. Оператор у нас грызет гранит науки с 1 сентября. И я сейчас буду снимать на телефон, так как я остался не только без оператора, но и без видеокамеры. Я ее оставил в квартире. Сейчас я разметил 800 на 650, на 680. Это лист пойдет на основание колпака, на основание колпака. Кому интересно, как я размечаю одной рукой, это все просто. Железная рулетка и пару магнитов прижимаю и потом размечаю. Сейчас я буду вырезать этот лист. Закончил я разметку листа. Вот тут вот накернил, лепестки сделал по 50 миллиметров.
квадрате накернил, сразу штангелем сделал округление. А сейчас я буду внутри коронкой выпиливать отверстия вот по керновке, а потом ножницами по металлу буду резать лепестки. Закончил я проводить жестяные работы. Вот так выглядит в виде короба пока крыша. Сейчас я ее согну. Лепестки. Лепестки имеют не только эстетический вид, они также идут как ребра жесткости. С боков ребра жесткости я загибал пассатижами, там по 25 мм брал. А эти лепестки я загибал, зажимая между двух досок сороковок. Саморезами сжал, потом молоточком обстучал. Так, сейчас на эту конструкцию прикручу. Вот все я закончил. Колпак выглядит вот таким образом. Радиус я не стал делать, я ее специально приплющил. По бокам ребра жесткости. Так, сейчас попробую вспомнить размеры. 51 на 57. То есть колпак немногим практически не будет выходить за диаметр трубы. Ну что ж, на этом видеоролик сегодня закончим. Всем добра и здоровья. С вами был Сергей.